Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет обзор покупок для мыловарения, которые я сделала на сайте Мыло.Опт. Ссылочка этого магазина будет в описании под этим видео. Так, в середине, как мы видим, у нас есть накладная с переченью того, что я заказывала. Сумма у меня получилась 232 гривны. И доставочка 20 гривен. Если вы заказываете на сумму от 350 гривен, то тогда будет доставка от магазина бесплатная. Заказала 0,5 кг мыльной основы производства Беларусь. Белая. Так, и вот такой пакетик. Так, вот такая пластиковая форма, вот такой джип. Еще одна пластиковая форма, вот такое колесо. Далее, вот такие взяла пластиковые контейнеры. Здесь я буду в них хранить перламутр. Так, далее термоусадочная пленка, одушка, дыня сладкая, производство Россия, 10 миллилитров. Также одушка Василек, производство Россия, тоже 10 миллилитров. Вот такой пигмент перламутровый, оливковый, 5 грамм. Производство Китай. И заказала вот такую формочку себе. Она идет силиконовая. На этом сайте, кстати, все формы идут под заказ. То есть вы заказываете, и они вам их изготавливают. Вот такая в середине формочка, бутончик розы. Вот такая была у меня покупочка. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подписывайтесь здесь на канал и на группу Viber. Ссылочки на все будут в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!